Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы с вами готовим блины с добавлением пшена. Получаются очень нежные и вкусные. Советую приготовить. Сто грамм пшена хорошо промыли, добавляем воду, ставим на огонь, доводим до кипения и варим на среднем огне до готовности пшена под закрытой крышкой. Добавляем щепоточку соли. Каша варилась 25 минут, я ее остудила до комнатной температуры, перекладываю в чашу блендера. Добавляем 2 яйца. Сахар, щепотку соли, муку, молоко. Все взбиваем. Тесто готово. Вот оно такой густоты получается. Даем настояться 15 минут. Прошло 15 минут. Добавляем растительное масло. Разрыхлитель теста 1/3 чайной ложечки. И все хорошо перемешиваем. Сковородку слегка смазываем растительным маслом. Если у вас блины будут прилипать к сковородке, тогда смазывайте под каждый блин. Перед тем, как набирать тесто, нужно обязательно его хорошо перемешать. Сковородка разогрелась. Блинчики легко переворачиваются. Ну вот такие получаются блинчики. Очень нежные и очень мягкие. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мне очень будет приятно. Всем пока-пока!